За период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в производстве Буденновского межрайонного суда города Донецка, Народной Донецкой Республики, находилось 10297 дел и материалов. Из них 1423 уголовных дела и материала в отношении 1635 лиц. 576 лиц, из которых содержатся по страже, в том числе 963 уголовных дела в отношении 1714 лиц. 549 из которых содержатся по страже, что составляет 9,4% от общего количества судебных дел и материалов, находящихся в производстве суда. И 460 уголовных дел в отношении 461 лица, что составляет 4,5% от общего количества судебных дел и материалов, находящихся в производстве суда. 7017 гражданских дел и материалов из них, это 2815 гражданских дел, что составляет 27,3% от общего количества судебных дел и материалов, находящихся в производстве суда. 4202 гражданских материала, что составляет 48% от общего количества судебных дел и материалов, находится в производстве суда. 1857 дел и материалов административных правонарушений, из них 1835 дел административных правонарушений, что составляет 17,8% от общего количества судебных дел и материалов, находящихся в производстве суда. 22 материала об административных правонарушениях и дел материалов находится в производстве суда с 2016 года и в 2017 годах. Если искать показатели поступления дел и материалов в 2016-2017 годах, то гражданские дел в 2016 году поступило 5607 дел, в 2017 году 7017, уголовных дел 1640 в 2016-2017, 1423 уголовных дела. И административного правонарушения, это в 2016 году 2591 дело и в 2017 году 1857. В 2017 году судьями в Буденновском межрайонном суде города Донецка рассмотрено 9044 дела и материалов, что составляет 87,8% от количества находившихся в производстве суда и материалов. Было рассмотрено 9954 уголовных дела и материалов в отношении 1071 лица, 375 из которых содержатся по страже. Из них уголовных дел 541 одно дело и в отношении 657 лиц и 265 из которых содержатся по страже. Уголовных материалов 413 дел в отношении 414 лиц, из которых 110 содержатся по страже. Гражданские дела – это 6364 гражданские дела и материалы. Из них гражданские дела 2262 дела, гражданских материалов 4102 дела. 1726 дел из материалов административного правонарушения, из которых 1704 дела об административных правонарушениях и 22 материала административных правонарушений. В 2017 году рассмотрено 9044 судебных дел и материалов, а в 2016 году 8623 судебных дела и материала. Показатели осмотрения дел и материалов по сравнению с 2016 годом выросли на 4,9%. По гражданским делам за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года Буденновским межрайонным судом города Донецка, Донецкой Народной Республики рассмотрено 6364 гражданских дел и материалов, что составляет 74,4% от общего количества рассмотренных дел и материалов. Анализируя показания рассмотренных гражданских дел искового производства, было рассмотрено категория споров, возникающих из семейных правоотношений, 903 дела. Наибольшее количество рассмотренных дел особого производства – это 335 дел, категория дела об установлении фактов, имеющие юридические значения. Уголовные дела. За указанный период судом рассмотрено 541 уголовное дело в отношении 657 лиц и 413 уголовных материалов в отношении 414 лиц, что составляет 10,5% от общего количества рассмотренных судебных решений и материалов. Всего постановлено приговоров в 2017 году рассмотрено 664 уголовных дела в отношении 562 лиц,
Наибольшее количество приговоров было постановлено по делам о преступлении в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, аналогов их прекурсоров, статья 262 УК ДНР, по преступлению против собственности, кражи 164 УК ДНР. При этом оправдательных приговоров судов вынесено 2. Остальные приговоры обвинительные, которыми назначены различные виды наказания, штрафы, исправительная работа, ограничение свободы и лишение свободы. Дела об административных правонарушениях. В 2017 году судом рассмотрено 1704 дела об административных правонарушениях, что составляет 18,8% от общего количества рассмотренных дел. Наибольшее количество привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения предусмотрено 184 КОАП. Общий показатель дел материала, находящегося в производстве суда, в том числе по видам судопроизводства, за период с 1 января 2018 года по 31 января 2018 года. За период с 1 января 2018 по 31 января 2018 производство Буденновского межрайонного суда поступило 540 уголовных дел материала в отношении 641 лица. Гражданских дел 1047. Это имеется в виду этот период времени, большой промежуток времени. Дел материала об административных правонарушениях 154. В январе 2017 года производство суду поступило уголовных дел материалов 517 в отношении 639 лиц. Гражданских дел материалов 959. В январе 2018 года в производстве Буденновского межрайонного суда города Донецка, Донецкой республики, поступило 1736 дел и материалов, а в январе 2017 года 1652 судебных дел и материалов. Поэтому можно сказать, сделать выводы, что общие показатели поступления дел и материалов в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличились на 5,1%.